Всем здравствуйте, зрители Ютуба, зрители моего канала. Сегодня покажу небольшую коллекцию на конец апреля моих фиалочек. Вот перед вами распускается второе цветение ландыша серебристого. Цветочки действительно при распуске похожи на ландыши. Очень нежный, завораживающий сортик миниатюрный сортик. Следующий сорт ми миниатюры это мой ческа. Сортик цветочки баб бабочки с герл листвой ленина. Сортик уже цветающий на конец апреля. Перед вами великолепие линейки. Это завораживающий сорт. Один, одно растение это шикарнейший махровый букет. Цветочки при распуске похожи на шишечки хмеля. Довольно-таки очень насыщенный цвет. Сейчас уже отцветающее растение. Цвело более 4 фактически месяцев. Растение отцветает, но все равно очень шикарно, на мой взгляд. Соцветия крепкие, тугие довольно-таки. Долгий распуск, но ну, растение вот это, в частности, пиалочка, очень дор долго держат цветы. То есть, вот такой букетик к празднику. Следующая красавица на моем подоконнике на конец апреля. Это, конечно же, последняя любовь. Посмотрите, какие уж имеют махровые белые юбочки, зефирки на фоне темной листвы. Шикарно очень смотрится цветение, повторюсь, опять же, первое. Ну и, конечно же, любимица миниатюра Петит Блани. лезть Это, конечно же, самая, наверное, мной любимая фиалка моя. Цветение второе, повторюсь. Вот такие вот набитые цветочки мелкие, в диаметре меньше одного сантиметра. Каждый цветочек 0,5-0,7, наверное. Но посмотрите, одно соцветие содержит до 10-12 цветочков, да, на цветоносе. Вот такая вот она, красавица. Краешки с зеленоватым оттенком, когда отцветает растение, уже отцветает на данном этапе. Но все равно очень шикарно, красиво. Следующая малышка в моей коллекции, это миниатюра Джоли. Первое цветение данного сорта. Вот на конец апреля. Посмотрите, вот такая миниатюрочка. Но столько от нее радости и впечатлений. Махровые цветочки с розовой центровкой. Этот сорт никого не оставит равнодушный, на мой взгляд. Для первого цветения, я считаю, очень даже ничего. Вот такое количество махровых цветочков на ней. Не маленькая, я так скажу. Еще на бутонах она. Вот такой вот необычный маленький сортик. Следующая пестролистная красавица в моей коллекции – это игра в бисер. Посмотрите, какое сочетание вариегатной листвы и вот этих вот бело-голубых цветочков с желтой серединкой. Вот такая вариегатность, она не пропадает. Все-таки связана она с прохладным подоконником. Вот такая красавица со вторым цветением. Ну и, конечно же, клубничный капкейк. Уже не могу сказать, что это миниатюра. Посмотрите. Вот такие шапки огромные. Одно соцветие содержит фактически тоже до 10-12 бутонов. Таких махровых, насыщенных, тугих также вариегатная листва, которая чуть-чуть пропадает с цветением. Чем больше цветения, тем меньше вариегатность на данном сорте отмечается. Шикарный крупный сортик уже получается, фактически как стандарт. Вот такое шапошное цветение данного сорта. Следующая красавица в коллекции это ликующее торжество. Перевод зарубежный селекционер его вывел с вариагатной листвой. На данном этапе отцветает вот такая вот красавица. Следующий сортик, один из любимейших сортов, это подснежник. Посмотрите, здесь не сосчитать просто количество бутонов и цветов цветочек с вариегатной листвой, но вариегатность пропадает, когда набирается много бутонов. Еще раз повторюсь, это второе цветение данного сорта, количество цветов просто зашкаливает, сосчитать невозможно. Вот такая красавица на конец апреля. Все мои фиалочки находятся на фитильном поливе в обязательном порядке. Для яркого цветения обязательно хорошее освещение. Ну и конечно же состав грунта играет огромную роль. Всем спасибо, что были на моем канале, смотрели это красивое видео. Подписывайтесь на канал, смотрите полный плей плейлист об уходе за фиалками, о выращивании. Всем всего доброго, красоты в душе и на подоконниках.